Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова видео на проекте Магазин Хулиплей. Вы на прошлом видео набрали буквально за сутки 300 лайков, реально красавчики. Большое спасибо за вашу активность. Продолжайте в том же духе, я вам напоминаю то, что если вы набираете 300 лайков, я иду записывать новое видео. Запомните то, что выход видосов зависит от вас. Набираете за 5 часов 300 лайков, я иду сразу записывать серию. Набираете за 3 дня 300 лайков, я иду потом аж записывать серию. То есть, чем быстрее вы набираете лайки, тем быстрее выходит новая серия. Просто возьмите, кто вот смотрит видос, поставьте лайк, потому что, как бы, я уверен то, что не каждый из вас лайк ставит, потому что видосы смотрят по 1000, по 2000 человек, а лайки ставят не все. Поэтому не ленитесь, ставьте лайки и не забывайте еще подписываться на канал, если вы вдруг не подписаны. Сегодня, пацаны, очень будет интересное видео, потому что это все происходило, во-первых, на стриме. И это очень крутой видос, пацаны, советую вам его посмотреть от начала до конца. В этом видео вы видите, как мы скинулись на машины Фому и купили очень дорогие машины, реально элитные. Потратили примерно 70 миллионов. Это реально очень жестко. Мы всей семьей катались, убирали машины. Поэтому советую вам посмотреть, потому что видос получился очень душевный, очень классный. Вот реально вы красавчики, после моего видоса предыдущего вы реально исправились. Теперь мы реально какая-то, знаете, охуенная такая семья. Все вместе взяли и скинулись на машины. Поехали, купили. Это было очень круто, поэтому я вас очень сильно люблю. Конечно же, как подписчиков. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч. На 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Magazine Хулиплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Короче, пацаны, сейчас я буду покупать новые машины в семью. Я записываю видео, у меня сейчас идет стрим, поэтому здесь много людей, 20 FPS. Короче, сейчас заходим в гараж и будем решать, какие машины мы будем убирать. Потому что, как бы, надо что-то решать. Я бы, честно, может быть, Tesla даже продал бы, купил что-то другое. Вот, пацаны, у нас получается 25 лямов сейчас лежит на семье. Ну, GTR оставляем. Типа, GTR, я думаю, можно оставить. Но мне не нравятся просто GTR. Я бы рынжи продал, вместо них гелики бы купил. Короче, давайте сейчас пройдем рынжи, покупаем гелики, а там уже посмотрим. Там уже решим дальше. Вот, получается, история общака. Сейчас покажу всех, кто кидал деньги. Прям всех-всех-всех покажу. Вот, все внесения. И здесь очень много людей кидали деньги. Все люди, которые кидали деньги, всех я повысил до 3-го ранга в качестве благодарности. Вот реально, вот это вот теперь дружная семья, потому что все скидывались бабками. Все просто скидывались бабками. И вот еще вторая страница, как бы я тоже закинул все, что мог, я закинул все свои деньги, это получается лям 100 я закинул. Матвею реально большое спасибо, Матвей очень много денег закинул, где-то лямов 15. Так, управление транспортом, управление, так, список всех машин. Вот, рейндж-роверы получаются. И давайте их продадим. Продать. Сколько у нас получается рейндж-ровер? 4 миллиона 200. Ну, в принципе, как я и говорил. Так, управление транспортом, список всех машин. Пацаны решили меня изнасиловать, но, в принципе, ладно, ничего страшного. Все, продал оба рейнджа. И, получается, у нас 33 миллиона лежит. Короче, сейчас покупаем, получается, гелики. А потом уже решим насчет Роллс-Ройсов. Просто, если покупать Роллс-Ройсы, то нам, я думаю, денег не хватит. Ой, пацаны, сейчас просто минус FPS будет. Ёбаный насос. Пацаны, пожалуйста, уберите все свои машины, уберите. Уберите просто все свои тачки. Раптор я не хочу продавать, потому что, ну, они пиздаты. Их продавать я не хочу. Так, давайте берем мой Раптор. Все залазьте на один Раптор, на мой Раптор. Поедем на одной машине до автосалона сейчас. Ебать, FPS вообще нету. Реально пиздец. Не, новый гелик, пацаны, стоит 10 миллионов. Новый гелик стоит 10 миллионов. Это старый гелик стоит мало. Генри Хилл тут появился. На Раваху, думаю, что за бред происходит. Так, поехали, короче, в автосалон. Все, пацаны, мы, короче, приехали. Сейчас будем покупать гелики. Думаем еще над другими машинами. Бля, давайте я выключу графику, потому что у меня FPS вообще маленький. Вот это старый гелик, а нам нужен новый. Вот новый гелик стоит 10 миллионов. Купить. Купить для семьи. Да, я хочу купить для семьи. Все, плюс один гелик. Сейчас еще один покупаю. Бля, это пиздец, пацаны. Это такие просто бабки сейчас улетают. Ну, блин, это того стоит, я думаю. Так, купить для семьи. Да, 10 миллионов. Все, я вроде бы купил, сейчас посмотрим. Так, список всех машин. Да, вот гелики купил. Минус 10 лямов, короче.
И сейчас будем думать насчет других машин. Думаем бэхи купить какие-то. Сейчас, короче, поедем в автосалон BMW, посмотрим, что там продается. Сейчас прокатимся, посмотрим, как она себя ведет в стоке вообще. Просто видите, она валкая, как корова такая. F10, F90 не такая валкая просто. Бля, спасибо тебе, Рома, то, что ты меня подрезал, блядь. Чё, пацаны, берем F10 или F90? Просто видите, она завышенная сильно, она как корова, видите, она сильно валкая. Да, F10 агрессивная, красивая машина, не спорю. Но, блин, нам главное, чтобы она управлялась нормально. Она и ускоряется быстрее, и она устойчива на дороге, видите? Ее так не колбасит. Ее так не колбасит. И, типа, у них цена одинаковая. Что та 6 лямов стоит, что это. Но это она более современная, и, ну, она хорошо управляется. Покупаем, пацаны, короче, F90. Вместо GTR-ов, я думаю, будет нормально. Просто GTR-ы, типа, по сути, особо не нужны. Я считаю, потому что, как бы, у нас есть ламба. Управление транспортом, список всех машин. Вот, Nissan GTR, продать. Один продал. Так, управление транспортом, список всех машин, Nissan GTR, продать. Итого у нас получается денег 23 миллиона. Сейчас покупаем, короче, F90. Потому что F10, пацаны, да, она внешне прикольная, мне тоже нравится, но, блять, она вообще неуправляемая. Все, купил, пацаны. Так, пишем F-меню. А, список всех машин. Все, бэхи я купил. Теперь, пацаны, остается вопрос насчет Rolls-Royce. У нас денег сколько осталось? 11 миллионов. Ну, бля, это не вариант просто, ну. Это нам не хватает сколько? Должно быть 50 лямов, короче. Нам не хватает 40 миллионов. Это очень много, типа, ну. Походу, Rolls-Royce мы не купим, потому что 40 миллионов у нас нету. Бля, Матвей, ты сможешь добавить, если что, на Rolls-Royce? Так, если я Теслу продам, это будет где-то лямов 24. Короче, давайте Теслу продаем и там посмотрим. Так, управление транспортом, список всех машин. Тесла. Продать. 10 миллионов, блядь, вообще это очень мало. Так, список всех машин, Тесла. Продать. Короче, нам теперь нужно сколько денег, давайте посмотрим. Нам нужно еще 20 миллионов. Чтобы хотя бы 2 ляма осталось, типа, на семью. Нам нужно 20 миллионов, чтобы купить Rolls-Royce. Ебать, пацаны, Матвей 20 лямов закинул. Это пизда просто. Да, 50 лямов. Просто, блядь, красавчик. Бля, а где Rolls-Royce, пацаны, продается? Что-то я забыл. Подождите, Rolls-Royce. На Нашане он продается? Вот он, красавец. Что, пацаны, покупаем? Для семьи? Да. Первый пошел, пацаны, сейчас второй купим. А где он, блядь, вообще был? Блядь, он сразу здесь был, я долбоеб. Ну ладно. Так, купили для семьи. Да. Все, пацаны, мы купили 2 Rolls-Royce. Теперь сейчас поедем, получается, в особняк и посмотрим наши машинки. Так. Ну что ж, пацаны, мы приехали уже в наш гараж. Просто посмотрите на эту красоту. 2 Rolls-Royce. Вот, новые бэшечки стоят. М5 F90. Вот, гелики новые стоят. Вот, пацаны здесь стоят, короче. Большое всем спасибо, кто реально бабки закидывал. Давайте я вам еще раз покажу тех людей, которые закидывали деньги. Но самое большое спасибо это Матвею, потому что он закинул 45 миллионов. Это реально очень много, и реально ему очень большое спасибо. Вот, пацаны, все, кто закидывал деньги, реально всем большое спасибо. Все просто красавчики. Очень много денег закинули. Прям реально очень много бабок закинули. Поэтому всем большое спасибо, кто себя здесь видит. Всем большое спасибо, кто бабки закидывал. Теперь у нас автопарк на очень большую сумму. У нас автопарк примерно 150 лямов где-то. Ну, где-то так, да. Примерно что-то такое. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.